Приветствую вас, методик скорейшего запоминания. Как вы, наверное, уже могли догадаться, мы вам не дадим, потому что этим можно навредить себе. А мы не хотели бы этого ни в коем случае. Вот. Значит, я прочитал то, что вам сказал мой коллега. Я думаю, с своей стороны, что если вы будете учить сейчас, прямо вот сегодня, то думается мне, что, скорее всего, вы возобновите учебу. Думаю, что, скорее всего, вы после этого впадете в еще большую апатию, вот, и, соответственно, что вы будете делать дальше со своими оценками, со своими достижениями, со своей, точнее, успеваемостью и так далее, ну, вопрос, на мой взгляд, довольно актуален. Вот. Поэтому я предлагаю вам следующий вариант. Сегодня вы отдохнете день, потому что написание диплома, уверен, было очень напряженным для вас. Написание диплома было очень тяжелым вызовом для вас. Вот. Поэтому сегодня отдохните. Отдохните, передохните. Займитесь какими-нибудь своими делами. Вот. А потом, после того, как отдохнете сегодня, завтра, то есть 7 числа, весь день посвятите тому, чтобы как раз таки учить. Вот. И я думаю, что у вас все получится. Вот. Да, может быть, все вы не выучите, может быть, все выучить вы не сможете. Вот. Но, по крайней мере, вот то, что основное, да, вот то самое-самое главное, что вы могли бы запомнить, вы запомните. И я думаю, что это и будет для вас тем важным моментом. Вот. Я понимаю, что хочется пятерку, я понимаю, что вы отличница и все, но постарайтесь здраво отнестись к этому, да. Зачем вам обязательно пятерка? Для чего она вам? Вот. Так ли она важна? Стоит ли из-за нее рвать жилы? Стоит ли терять из-за нее свое здоровье? Вот. То есть, пожалуйста, вот этот момент постарайтесь понять. Проанализировать, потому что после учебы жизнь дальше, она продолжается. После учебы вам придется еще как-то жить. После учебы вам придется как-то еще существовать. После учебы придется как бы, чем-то заниматься.
Понимаете, если вы будете себя как бы изничтожать сейчас учебой, то хорошего для вас ничего не получится, не будет ничего хорошего для вас. Из-за этого именно. Поэтому отдохните спокойно сейчас, вот какое-то время. Да, там день, ну, может быть, даже не день, может быть, полдня, ну, в любом случае, какое-то время, вообще день. Отдохните. Вот. А потом уже завтра, прямо с утра, начинайте учить. Начинайте готовиться, и я более чем уверен, что вы все сдадите. Я более чем уверен, что у вас все получится. Вот. И никаких проблем не будет. Абсолютно. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к тому, что я вам сказал. Вот, моя цель была вам помочь. Моя цель — заботиться о вашем здоровье. Моя цель — заботиться о том, чтобы у вас все было хорошо. Моя цель заключается именно в этом. То есть я хочу, чтобы вы себе не испортили жизнь, чтобы вы не испортили себе здоровье, а вы тогда можете это именно и сделать. Если будете двигаться вот в этом направлении, ну вот в таком направлении, как сейчас. Вот. Поэтому обязательно прислушайтесь, постарайтесь прислушаться к тому, что я вам сказал. Вот. И поверьте, вам это будет только на пользу. Ну, в любом случае, не во вред. Это однозначно. Совершенно точно, что не во вред. Желаю вам удачи. На этом все у меня. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. А если, значит, вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И помните, что на экзамене у вас все получится. Не сомневайтесь в этом даже.